Рыцарь, твои деяния позволили тебе получить контроль над собственным замком. Исследуй новые возможности. Новый замок и новые возможности. Поздравляем с обретением замка, рыцарь. Чтобы отпраздновать это, вот некоторые элементы кастоматизации. Какая грязь! Продолжение истории моего рыцаря. Погнали. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. История рыцаря в Knight Fight 2. Так, что у нас тут есть? У нас есть вот такая штучка. Коробка украшений, содержит 6 карт, 2 герба, та-та-та-та-та-та. Шикарно, да? Это для того, чтобы украсить наш с тобой замок. Давай посмотрим. У нас есть герб. Что-то как-то, да, дешево. Ха-ха, блин. Ага, у меня только 2 цвета. Только один орел. Что еще? Палочка, палочка, палочка. Ёлы-палы, беспредел. Слушай, ну что, прикольно, да? Вот так вот. Ха-ха-ха, грязь, да? Безобразие. Ну-ка. Слушай, ну мне нравится. Это прикольно. Так. Блин, слушай, есть куда, да? Есть куда развиваться и все такое. Так, шикарно. Удалить. Давай мы поставим это безобразие, наверное, вот сюда. А вот эту статую вот сюда. Слушай, это прикольно. Прям вообще, меня прям радует подобный дополнительный контент. Понятно, покупаем ящики, украшаем зал, да? Потом... Можно, значит, улучшить замок. Посмотри. Собери больше королевских бумаг. А где их собирать? Ох, нифига себе! Класс! Слушай, я в восторге. Я думал, уже не будет контента. Ежедневный доход 100 золота. Золотой рудник. Блин, да, это, конечно, грязь. Каждый день, представляешь, 100 золота в пассиве. Деревня. Ежедневный доход... 1500 серебра и 5 корон. Получить награды, улучшить. После улучшения будете получать. Улучши свой замок, чтобы улучшить деревню. Чик. Хорошо, да? У нас теперь есть короны. Прикольно, да? Теперь нам у меня герб, значит, появился. Я не просто что попало, я рыцарь с гербом. Ё-моё. А как в целом дела у моего рыцаря? Посмотри, сколько эффектов. У меня уже вот такой фантастический топ-хелм, легендарный. Броня, которую я забрал за сезон, средний нагрудник. Одноручный меч, эпический. Никак не называется, он просто красавчик, да? Двуручкой я пользуюсь вот такой вот. Ну и щит, к сожалению, недавно у меня была возможность получить, я ее просрал. Тоже фиолетовый. По скиллам уже, значит, прокачал я, посмотри. 2 скилла. Вот этот вот. Классно, да? С разворота. И вот этот тырчок в лоб. Но пользуюсь по факту вот этим. Удар по ногам. Кстати, давай уберем удар по ногам. Так, тоже мне не нравится. Что-нибудь такое, да, такое... О, нормально, да? Нормально, нормально. Давай возьмем вот эту. Хотя удар по ногам хорош. В общем, да, я развиваюсь, как ты понял. И у нас, и у нас, и у нас новый сезон начался. Конечно, если ты покупаешь платную версию, это, естественно, всегда круче. Но даже в бесплатных наградах есть чем поживиться. Ну вот, к примеру, смотри. На 16 левеле, да? Золотая колотушка и в конце золотой ключ. О, фиолетовый щит, смотри какой, а? В платном сезоне. Вообще безобразие, да? Как прокачать сезон? Видишь, 0 из 4. 4 поединка. Побеждаешь? Готово. Здесь, конечно, я тоже двигаюсь по этапам. Потому что в конце в бесплатных наградах будет золотая броня. Ну а фиолетовый шлем, да, это фантастика. А тут, тут все плохо. Тут мы всасываем. Поэтому мы с тобой сейчас попытаемся победить лорда Фрея. Погнали. Очень жесткий мужчина. Насколько? Да капец вообще. Вообще капец. Я ему всекаю, но каждый его удар просто отрывает от меня бешеные куски.
Так, у меня такая же броня, как у него, понял? Пошла жара. Оп! Давай! Давай! Вот так, щитом в голову! О! Самое опасное — контратаки. А теперь в голову и щитом. И еще раз в голову. И еще раз. Блин. Я его... Да вы чё, вы чё, вы чё? Блин, ну ты понял, да? Очень жестко, очень. Я не знаю, что за броня на мне должна быть. Я в танке должен, что ли, сидеть? Я был близок, да? Капец. Ёп. О, капец, блин. Оу, я выдохся. Да. Да, это жестко. Слушай, я могу победить. Я все-таки уже более-менее по силам докачался. Но это жестко. О, блинчики! Первый раз! Первый раунд выиграл все-таки! Еще один! Вот так красиво. И щитом. И опять щитом в голову. О, какая боль. Так, не торопись, мужчина. Я это сделал! Ёлки-палки, ты... Да это капец просто! Ты знаешь, сколько я боёв провёл? Очень много! Фу! Наказали говноеда! Получить награды! Заслуженный ключ! Это снова я, милорд! Произошла трагедия! Да ты чё, прикалываешься, что ли? У меня счастье! Вор украл деньги из деревенской казны и спрятался возле кладбища. Помоги нам! Да как два пальца обосрать, мужчина! Я теперь чё угодно могу! Что это за чудный ящик?
Слушай, здесь есть эпическое, здесь есть шанс легендарки, это вообще огонь. Открыть его немедленно. Говно? Говно? Говно! Ха-ха-ха, жесть. Эх, не повезло. Ну здесь золотая, да, гарант. Ну ладно, мне с фиолетовым шлемом уже повезло дико. Давай посмотрим, что там дальше. Что за воришка интересный? Тупо вор, да? Не, ну блин, ну это не лорд Фрей. Я не верю, что он какой-то жесткий. Это обычный вор, посмотри, на нем тряпочка. Я ему чат... Ну да, у него палка такая интересная в руках. Ну-ка. Ага. А ты какой живодристик? Ё-моё. Ну да, видишь, тряпочка на нем, это не солидно в рыцарских поединках. Ха-ха, грязь. Ну давай. Ну. Ай, блин, не в ту сторону. Так, ладно, щит в голову, все. У меня всегда план один запасной. Пошел ты. Вот так, хорошо, да? По сравнению с лордом Фрейм, это вообще никчемный воришка. Но он, да, он резкий. Но мы тоже, блин, не пальцем деланные. Ну-ка. Ай, блин, не туда. Оп! Ух ты, ёп! Как ты? Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй! А, блин! Чё-то это не по плану пошло! Да ну нет! Нет, вор! Ты негодяй, а я рыцарь! Фу, блин! Додавил, да? Дожал, так сказать! Виктори! Получить награду за воришку. Тревога! Узники восстали и убили стражу. Теперь у них есть оружие и доспехи. Наведи порядок в темнице. Да, сир? Блинчики. Я вообще как бы... вообще по полной. Мятеж в темнице. Узники убили стражников и вооружились. Подави мятеж. 5 мятежников. Ничего себе мятежники, да? А, они же стражу убили и вооружились. Они неподготовленные бомжи, короче, понятно. Ну, то есть рука с жопы, ёлпал. Ну-ка покажи, на чё ты способен, кусок говна ты. Чё думаешь, нацепил чужие доспехи и всё, что ли? Бэтмен? А хочешь, покажу фокус? Вот такой. Понятно всё с вами, мужчины. Ха-ха-ха, грязь. Держи ещё раз тебе в голову. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался, подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Печка ТВ есть везде, смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадке Трова, Твич и Ютуб. А это чё, это ерунда, блин. Глюпый, очень глюпый. О, молодец, по ногам догадался ударить. А щитом в голову неприятно, согласен. Ё-моё, штамина. Так, как? Право, лево, нет, это вверх. Чё делаю, когда ты в таком... Так, блин, я хочу попасть этим ударом. Когда ты, короче, обессилен, да, ты можешь... защищаться от атак по любасу. Сейчас я ему щит, короче, с разворота в голову воткну. Молодец. Парирует. Вот так, блин. Хо-хо, победа!